Самое главное, нам в школе стало скучно. То есть вот эта вот жесткая система образования, которая давно устарела. У меня дочь способная, и ей хотелось больше как бы самореализации. Мы это в школе не видели. Вот. И приняли решение, что нам нужен колледж. Мы посмотрели там разные колледжи. Нам очень понравился колледж при американском университете. Там безоговорочно было, что мы хотим сюда. Мы поступили. Моя дочь сейчас учится уже во втором курсе. Я ее такой занятой не помню вообще. Вот. При этом она никогда не жалуется, что не хватает времени, потому что все интересно. Вот. Есть поле для творчества, да, она сама очень творческий человек. Учится, наверное, дизайнера. Есть поле для творчества, ей этого всего хватает, это все интересно, поэтому она занята с удовольствием. Она сильно повзрослела. Я периодически напоминаю, что она не в университете, а в колледже. Приходится это делать, потому что ведет она себя, и общение у нас с ней стало более таким взрослым, что не может не радовать. Да? И уровень ответственности, который она себя может брать, уже стал достаточно таким высоким, достаточно по-взрослому. И я думаю, для меня сейчас уже не будет проблем отправлять ее куда-то за границу, если она захочет учиться, переживать за нее, как она там устроится. Я уверен, что у нее теперь все получится. Мне нравится как бы гибкость, да, во-первых, подход преподавателей самого колледжа, что они всегда обращают внимание, что в центре стоит первый ученик, каждый. Не группа учеников, вот именно каждый ученик. Координаторы обращают на это сильное внимание, большое уделяют этому внимание. Это неимоверный труд. Я это очень ценю, они молодцы. И это то, что я считаю нужно современным детям. В современном мире, когда все очень быстро меняется, нужно быстро адаптироваться, готовые шаблоны не работают, и им нужно моментально принимать решения, брать ответственность на себя. Я вижу, что это... у моей дочери получается, она этого хочет. И для меня важно, чтобы ей это все нравилось. То есть меня оценки абсолютно не волнуют. Важно, чтобы она каждый день счастливая приходила.